Мы не можем переходить за красную линию, пока синий ее не перейдет. Это Аздоник, у него там это переворот в мозгу случился. Короче, нам чисто на север надо двигаться и все. Ну так понятно. Давай синий тогда линий. И вот этот овал синий такой с бордюром этой окантовкой. Там вот эти две РЛСки, их надо вроде как уничтожить. Да, их уничтожить надо. Собственно, все. То есть в город зайти, что-нибудь сделать. А вон там БТМ, инструктор. Дескрипт на экипаж есть, да? Нету, отлично. Нету. Ну, кто хочет бетера берите, а остальная пехотка пошли на север. Чё. Пешком, да? Да? Да, тут рядом. Последняя сила. Через гору. Чё меня назад отбрасывает? Фристайм, наверное, у тебя не закончился ещё. Ну, видимо, он у тебя не отработал еще по времени. Ну, может, завис еще. Сейчас отлично. Еще кто-то телепортировался, по-моему, из атаки. Из обороны, вернее. Какой-то масленок к нам прибежать решил. Может, это заяц? Я видел, как в космос улетал человек. По направлению 30 азимута улетал человек под наклоном где-то 60 градусов. Цвет не скажу. Тут у нас слева виноградник. Да, ну все, все, что ждем? Тут у нас слева заросли какие-то кусты, я предлагаю через них пройти. А можно стрелять? На ноль. Что можно? Ну, стрельни. Да, мы же убежим. Я бегу к кустарникам, к вертолету какому-то Бауману. РЛС нам только сломать нужно, да? Наверное. Так, я Магорка убежу, надеюсь. Магорка меня пустит, надеюсь? Я зажгу больше. Да. 400 тоже. Или тоже не пустят. А на 100 на горку, да, можно зайти? Домик, где вот домик на горке, да, пустит, все нормально. А, ну, на карту посмотрите, там широкая зона, в принципе. Тут можно маневр хороший сделать. А к нам заходить через южную можно или нет? Что через южную? Через южную маркер заштрихованный. Линия. С красной полоской, красный да. Заштрихованный, конечно. Пацанам в обороне нельзя и присоединиться. Да, оторвался. А нам можно. А Аздоник все напутал, как всегда. Короче, иду дальше. Раз, три. Я тебе бетер, если что. Ну, бетер как бы там постреливай уже, выкатывайся на горку, постреливай, что. Видишь? А чё? Нет, я такой шум слышал. Можно обстрелять радар? Попробуй. Бежим с 13-й стоит. Меточку поставьте. И кажется сгоревший, нет? Ну, на дороге сгоревший. Так, я тут с репитом, да, у дороги на перекрестке. Так, меточка будет нам технику? Нет, скорее. ССОшников спалили, блин, начали. Понял. Да, я дальше иду. Пока с вами развлекаются.
Репит, как думаешь, базу обойдем слева, наверное? Заходить не будем, наверное. Не знаю, работает борода. Работай, я же сказал, работай, работай. У тебя там труба? Пока не есть, но он не упал. Может, надо по самой этой херне попасть? Может быть. У меня 4 есть, сейчас поближе подойду. Репит, тут на базе стреляю, КПшка, за забором. А там сзади дырка была где-нибудь вышла? Дракон, дракон! Прямо в кровавую пятку. А, и там нужно. Вот дырка, дырка, дальше прямо. А можно БТР взять и запустить этот БТР, да? Можно сделать дракон. Между антенной, да? Дом на горе. Репит. А, вижу, да, все. Кто стрелял? Я тут одного убил. Головешку чистил. Шепка, по-моему, стреляет, ничего. Блин, это уже не смешно. У меня остался один кумулятив только. Не трой ты. А я что-то пошел. Если кого-то видите, ставьте я метки. Я тут, да. Короче, сейчас дам еще одну метку на врага. Примерно. А почему вы БТР не взяли? Нам они, типа, не нужны? БТР один, на метке БТР. Я тут с мехводом сижу. Короче, метки дал, враг ГП на базе, мы рядом с базой ГП враг, и на горе точка, не, то, не точно где-то может быть. Пока не вижу. По-моему, где-то вот, да, где враг на метке состоит, тут Энка работает. Угу. Надо их найти, нам пока не высовываться, надо понять, откуда они. Репит, ты ходишь? Да, я спустился. Хорошо. А, вижу. Так, это БТР работает, да, по, сейчас по горе? Я там туман, я так... С радара, с радара, на радаре кто-то есть еще. Да, у меня такой еще. Как противник выглядит? Да, американская. Судя по нашей одежде, они какие-нибудь 80-е. Или 90-е. Ну чё, Репит, попробовать мне с РПГшки ещё стрельнуть по антенне? Или это рискованно? Возле камеры свои. Может, тогда зайдём на базу, из базы пострелять? Базу ещё почистим. Да, давай базу почистим, там забор, по крайней мере, и заодно. Иду на базу. Это вы около радара щемитесь? Нет, мы около базы военной. Понятно, конечно, на западном склоне кто-то бегает по склончику. Там, где труп нашего валяет. Зашел. Да? Копов, кто бегает? Я. Хорошо. Так, сейчас поставлю метку. Вижу, поставил радар.
Пипет, ты где? Продару поставлять? Восточная и зеленая. Давай, короче, ты вдоль восточной стены двигайся, я возле западной. Могу поставить. Хорошо? Продару с какого-то. Да, попробуй. Вдруг он там дешевый, там вот. ГПшник растворился. Так, это 113 что ли тут возле? Да, у них башня высокая. Да, СЛРСК 113. Кирпичная труба? Так, Паш, ты там между зданиями стоишь. Ты подержи, прожди. Да, я подбегаю к тебе, по-моему, сейчас. Беттер свой катал, заехал на базу? Беттер свой, нет. Возле меня так, БТР, так свой или нет? Да свой, ебать, я же на Беттер, но вы че? Все отлично. А возле меня тогда кто? Тут ты, блин. Паша, я тебя тоже проверял? Нет? Кого проверял? Южную часть базы. Я до следующего входа, до выхода вот этого дошел, посмотрел, там чисто вроде. В ангаре не проверял сам. Второй БТР живой? Проверяем, да. Метка БТР стоит, да, на мой БТР я здесь. Первый чист к нам, который ближе. А, он один. Чист. Да, давай сейчас напишу. А, там есть. Блин. Дополнительно написал, если вдруг нужен будет. А у нас у какой-нибудь сетчи вообще есть взрывать? У БТР были. Я один взял. Понял. Так, краб, у тебя там... Ты далеко уехал от базы? Краб? Короче, потихоньку двигаюсь вперед. Репит 2, трупика впереди. Граната летит. Да. Так, я по-моему с Пурпулом рядом где-то. Кто КПШ? Выбит? На западе. Он вражеский? Крабовский. Он вражеский, да? Так и нет. Пахнется вроде снял краб. А я не слышу краба, почему?
Че, заглядываем в окопы? Или гранату туда? А у меня нет. Давайте попробую РПГшку стрельнуть. Тут вроде чисто вообще бонзай, если честно, наверху. Ну я РПГшкой долбану сейчас по этой хрени.